Три знака зодиака, способных притягивать к себе денежную энергию. Можно 1000 раз повторить самому себе, что счастье заключено вовсе не в деньгах. Однако лишь будучи финансово независимым, человек ощущает уверенность и спокойно смотрит в будущее. Далеко не все могут похвастаться финансовым благополучием. Одним хватает сил и умения заработать необходимую для комфортной жизни сумму, другим, даже затрачивая массу усилий, не удается преодолеть полосу безденежья. Исследуя характеристики разных знаков зодиака, астрологи выделили представителей всего 3 зодиакальных домов, которым свойственна предрасположенность к притягиванию денежной энергетики. Именно эти люди буквально созданы быть успешными во всех финансовых вопросах. Какие знаки зодиака способны притягивать энергию денег? Козероги. Данному знаку покровительствует стихия Земли, наделяющая своих подопечных огромным стремлением обрести финансовый достаток. Благодаря своему здравомыслию и предусмотрительности, козероги в большинстве случаев превосходно знают, как именно добиться приличных заработков и построить успешную карьеру. Они умеют мотивировать не только себя, но и найти стимулы для заинтересованности окружающих. Поэтому они превосходно управляют коллективом и приводят к успеху любое предприятие. Данные от рождения способности к козероге развивают в течение жизни, что делает их весьма удачливыми бизнесменами и обеспечивает весьма приличный доход. Скорпионы. Представителям данного знака присущи неординарные лидерские качества. Порой скорпионы даже озадачивают свое окружение чрезмерной настырностью, взыскательностью и строгостью. Особенно эти свойства характера проявляются, если род занятий скорпиона связан с конкуренцией. В дела свои скорпионы уходят с головой, превращаясь в упорных трудоголиков. Их основной задачей становится исключительно успешное окончание начатых проектов и не менее успешное продвижение в карьере. Делают свою работу представители этого знака максимально хорошо и заслуженно получают за свой труд вполне достойную материальную и моральную награду. Девы. Данный знак наделен всеми необходимыми качествами, чтобы получать не только заслуженное вознаграждение, но и неожиданно подающее им в руки богатство. В отличие от прочих знаков, девы собственным финансовым благополучием не слишком озабочены. Однако, получив от рождения определенные способности, они всячески их совершенствуют, что позволяет им добиться желанного успеха. Они не боятся критики и умеют делать правильные выводы. Поэтому даже собственные ошибки они используют с выгодой. При этом, ведя бизнес, девы отличаются порядочностью и становятся надежными партнерами. Какие знаки зодиака способны притягивать энергию денег? Козероги. Данному знаку покровительствует стихия Земли, наделяющая своих подопечных огромным стремлением обрести финансовый достаток. Благодаря своему здравомыслию и предусмотрительности, козероги в большинстве случаев превосходно знают, как именно добиться приличных заработков и построить успешную карьеру. Они умеют мотивировать не только себя, но и найти стимулы для заинтересованности окружающих. Поэтому они превосходно управляют коллективом и приводят к успеху любое предприятие. Данные от рождения способности к козероге развивают в течение жизни, что делает их весьма удачливыми бизнесменами и обеспечивает весьма приличный доход. Скорпионы. Представителям данного знака присущи неординарные лидерские качества. Порой скорпионы даже озадачивают свое окружение чрезмерной настырностью, взыскательностью и строгостью. Особенно эти свойства характера проявляются, если род занятий скорпиона связан с конкуренцией. В дела свои скорпионы уходят с головой, превращаясь в упорных трудоголиков. Их основной задачей становится исключительно успешное окончание начатых проектов и не менее успешное продвижение в карьере. Делают свою работу представители этого знака максимально хорошо и заслуженно получают за свой труд вполне достойную материальную и моральную награду. Девы. Данный знак наделен всеми необходимыми качествами, чтобы получать не только заслуженное вознаграждение, но и неожиданно подающее им в руки богатство. В отличие от прочих знаков, девы собственным финансовым благополучием не слишком озабочены. Однако, получив от рождения определенные способности, они всячески их совершенствуют, что позволяет им добиться желанного успеха. Они не боятся критики и умеют делать правильные выводы. Поэтому даже собственные ошибки они используют с выгодой. При этом, ведя бизнес, девы отличаются порядочностью и становятся надежными партнерами.